второй день команда удивительная из Японии, команда Лазо, точнее капитан команды Томоэ Сёкине согласился, несмотря на поражение, ответить на наши вопросы, помогает Глеб Александров. Томоэ, как вам вообще в Москве? Нравится ли? Она очень просторная и, мне кажется, очень хороший. Вот раскройте тайну, как узнали про этот турнир? Все-таки Япония, это настолько для нас большая экзотика. Как вообще узнали про турнир и как попали сюда? Нас пригласили организаторы этого фестиваля поучаствовать в данном соревновании. Через социальную сеть какую-то? Да, через социальные сети нас пригласили. Как вам вообще уровень футбола, который вы здесь видите? Все-таки второй день уже играете, третий матч. Достаточно очень сложно играть, потому что все-таки разница в росте возникает, и нам кажется, что мы один шаг нам не хватает, чтобы дотянуться до мяча по сравнению с другими спортсменами, и в этом моменте он очень сильно отличается от японского. Существуют ли форматы? Конечно же, мы знаем, что существуют в Японии форматы 11 на 11, естественно, да, игроки известны во всем мире. Какие еще форматы существуют в Японии, есть ли 8 на 8 там? 8人制じゃなくて日本はやっぱ7人制の支え地っていうものがやっぱ今自分たちが主流にやってるものです。 В Японии пока еще нету 8 вот из 8 спортсменов пока футбола, но есть из 7, когда 7 человек участвует, и он называется сосайчи, такой вот футбол. Они вот этот формат сейчас как раз и развивают. Будете ли рассказывать еще своим друзьям, коллегам, родственникам про этот турнир, который проходит в России, в Москве, и приедете ли к нам еще? Я хочу вот этот опыт, который получил посредством этого соревнования, привести в Японию и рассказать о нем всем другим участникам тоже. А то, санкасаремаска, конго, кою сайкайнива? Мы хотели бы, да, также продолжать принимать участие в этом соревновании, потому что в этот раз мы, к сожалению, 3 раза подряд поиграли, и нам хочется все-таки отыграться. Что ж, я желаю вам отыграться, выигрывать в этом формате. Мы очень счастливы видеть японскую команду. Для нас это настоящая экзотика здесь, на просторах России, в городе Москве. Обязательно приезжайте, очень рады вас видеть и будем о вас рассказывать нашим зрителям. Удачи вам, всего доброго. Спасибо.